Здравствуйте, мои хорошие. Сегодняшний завоз я начну с украшения любой коллекции. Сорт называется Нектарин. Иногда к нам приходит как Микимото. Очень красивый сорт. Бывает немножко больше желтого, бывает немножко больше розового. Сорт это один и тот же. Почему говорю, бывает Нектарин, бывает Микимото? Потому что садовник, ну вот так вот он пробивает на горшке. Некоторые спрашивают, что значит пробитый сорт. Сейчас покажу вам. Вот это называется пробитый сорт. То есть это лазерная насечка на самом горшочке, которая наносится именно садовником-производителем. Как видите, этот производитель обозначил этот сорт как Нектарин. Поэтому мы будем так его называть Нектарин. Цветочек 10 сантиметров, стоимость 300 гривен. Любителям бабочек. Бабочка повороте на два цвета носа 450 гривен. Есть два растения. Любителям черненьких. Девочки, мальчики. Это Magic Art. Это не каменная роза, а Magic Art. На два цветоноса, стоимость 400 гривен. В одном из видео я уже говорила, что есть Magic Art, а есть Diamond Sky и есть каменная роза. Вот это как раз вам яркий пример Magic Art. Сорт пробит. Один раз цветочек может цвести как бриллиантовое небо, один как каменная роза. Вот в этот раз она решила зацвести как каменная роза. Вот это вот прелести сортов фантазийников. Может зацвести один цветонос каменной розы, один бриллиантовым небом. Ну, здесь вот она расцвела именно как каменная роза. Цветочек плотный, восковой. Два цветоноса 400 гривен. Сингл в этот раз пришел по очень приятной цене. 200 гривен. Цветочек. Цветочек 15 сантиметров. Ну, линеечкой. Не могу приложить. Неудобно. Ампельные восковички на два цветоноса. Цветочек очень плотный. Вот один подвесила в кашпо. Есть с бордовым оттенком, а есть с лимонным. Кустики хорошие. Стоимость 330 гривен. Корешочки у всех прекрасны. Подпишись на канал Сундучок. Лека Фантастик на один цветонос 350 гривен. Каракул показываю сразу. Девочки, если кому-то в личку сбрасываю видео по растениям и кому-то что-то непонятно, пишите, я пересниму еще раз. Не нравится видео, я сниму фото. Всем в личку подробно сбрасываю, абсолютно всем. Сбрасываю подробное видео и фото перед отправкой. Без вашего разрешения растения я никогда не отправляю. Есть Лека Фантастик на два цветоноса. Стоимость 400 гривен. Так как я любительница и тоже архаманка, я люблю черненькие, беглипы люблю, ну, вообще всякие вкусняшки. Поэтому, если они есть предложения, конечно, я их всегда заказываю. Этот сорт называется Feral Ann. Это тоже восковичок, тоже черный. Девочки, недавно кто-то меня спрашивал, какие есть черные. Все сорта я не знаю. Все сорта никто, наверное, не знает. Ну, вот это как раз тоже категория черненьких. Три цветоноса. Один цветонос идет из точки роста, то есть растение будет цвести и будет давать деток прикорневых. Растение будет. Корневая замечательная. Сорг-сонг. Вот такие вот высокие растения.
пришли по 320 гривен. Ну, они действительно идеальны, они совершенны. Как видите, у них вот, видите, сколько ответвлений. Растение высотой 80 сантиметров. Ой, чуть не уронила. Корневая. Кому-то очень важно, когда сорт пробит. Так вот, у вот этих вот растений сорт пробит. Вот этот сорт точно не помню, по-моему, Фиорино. Это тоже из той же серии, которая подороже, которая 320. Ну, еще раз повторю, что растения просто идеальные. Цветочек 9-10 сантиметров. 320 гривен. Это нежнейшая Карина. Обожаю вот такие вот пастельные расцветочки. Цветочек тоже 9-10 сантиметров. Тоже вся в бутонах, вся в веточках. Начинает расцветать, она намного ярче, потом меняет цвет до вот такого вот пастельного. Плюс ко всему еще выбрасывает еще он цветоносик. Еще один. Тоже стоимость 320. Есть одна отцвевшая Карина. Стоимость 200 гривен. Растение сейчас покажу. Не забудь подписаться на сундучок. Подписала на тот случай, если не останется ни одного цветочка. Но здесь два цветочка есть, цветоносы живые. Можно надеть бледненькое. И есть мандала. Тоже два живых цветоноса. Они по цветовой гамме, они очень похожи между собой. У мандалы еще конопулечки есть на нижних сепалиях. Это тоже оценки. Но Сау Юкидан не помещается в камеру телефона. Он огромный. Стоимость 350 гривен. Ароматные красотки Леодора. 300 гривен. Вот этих красотулечек, цветочек 11 сантиметров. Такая есть отцвевшая. Цветущая 300, есть такая одна отцвевшая. Отцвевшая стоит 200, и вот у нее уже, только она отцвела, уже растет второй цветонос. Девочки, под руку попадаются сразу у меня вот какие-то отцветашки, которые сортовые, поэтому какие есть, буду показывать сразу. Вот это кимоно пиорик. Цена 180 гривен. Если здесь не видно корешки, отлеплю, конечно. Ну, вот так лучше, наверное, видно будет корешки. Вот эти вот бросили в цене, потому что бросили бутушки, 250 гривен. Цветочек очень крупный. 10-11 сантиметров. Нежная, так интересная раскраска. Два бегли палеонтина. Цветочек 10 сантиметров. Стоимость 300 гривен. Есть одно растение на два цветоноса, 330 гривен. Санта-Клаус 290. Вот такой вот биглип 280. Кто-то недавно спрашивал Карина Луху. 280. Есть несколько пенифов по 250. И есть пенифы по 280. Шикарнейший посейдон. Цветочек 11 сантиметров. Это не джевел, не путайте. Они абсолютно разные.
Да, еще хочу поблагодарить одну подписчицу, зовут ее Мариночка, простите, не спросила вашу фамилию, она из Кривого Рога, приезжала ко мне в магазин, человек ушел доволен, счастливый. Мариночка, если смотрите это видео, отзовитесь. Спасибо вам большое, что вы приехали. Вот эти вот биглипы по 280-270 гривен, их надо. Star Shining, 290 гривен, Big Lip. Таких тоже много. Вот еще один из тех серий, которые подороже, которые по 320 гривен. Этот сорт не знаю, но тоже очень красивый. Golden Apple Coral, 280. 250. Fuller Sunset 280. Цветочек 9 сантиметров. Мальчики, девочки, если я какие-то где-то не сняла, спрашивайте, потому что вот эти вот по 200 гривен. То есть есть и по 150, и по 200 есть. 250 есть. Вот этот Спанч Боб 230 гривен. Фэнси Фреклс 250 гривен. Беленьких очень много. Вот это огромнейшие биглип, они очень высокие, а очень крупные. Вот эти вот по 300 гривен. Вот эти сниму крупным планом, потом постараюсь достать и снять по одному. Смотрите. Высокие, огромнейшие цветы. Вот есть шоколадка. У них есть какое-то название сорта. Ну, вот, обобщают как шоколадка. Здесь просто вот, ну, ветка, врозь, как называют. Как назовете. Цветы огромнейшие. Просто огромнейшие. Эти 330 гривен. Вот одну достала, покажу, показать вам поближе, смотрите. Очень такая пушистая веточка. Цветочек 10-11 сантиметров. Подпишись на канал Сундучок. Вот это вот шоколадка. Каждый цветочек разный, каждый. И здесь целое облако. Цветочек 11 сантиметров. По котлеям, девочки, ничего не сниму, потому что все забронированы еще до видео и практически уже все оплачены. Вот это вот одна, которая была в прошлом завозе, которая 450 гривен, если я не ошибаюсь. Вот она 380, потому что ну что-то ей здесь не понравилось. Она бросила бутоны. Черненькая птичка. Это восковичок. Стоимость 330 гривен. Вот такие вот желтенькие восковички есть по 280. Именно вот это идет прикорневой детка, при этом детка большущая. Сорт называется Butterfly Kiss. Поцелуй бабочки. Яркая такая, очень красивая орхидейка. Есть еще желтая пульсация. Пульсация — это стандарт. Это детки, по всей вероятности, которые расцвели в горшке. Два растения. Цена очень приятная. Цена 280 гривен. Одна девочка меня обвинила в том, что я обманула, что это какую-то набрала мультифлору. И сказала, это не взрослое растение, а это детка.
Это стандарт, девочки, никого никогда не обманывают. Поэтому, если вам интересно, пойдите в интернете, посмотрите по названию сорта, чтобы я не была обманщицей. И вот еще один цветонос у нее. Вот он еще один выбрасывает. В одном растении в одном горшке два растения. 280 гривен. Сорт пульсация. Ароматная дендробиумы нобеля. 250 гривен. Есть сиреневые. Белый с розовым краем. И белые. Девочки, пахнет. Ну, очень вкусно. На весь магазин пахнет. Съедобные ягодки гаультерии. По вкусу напоминают яблочко. А еще вот эту вот вам утяжку не сняла. Это 250 гривен. Была уже когда-то такая в завозе. Интересная. И есть ардизия. Есть ардизия с красными ягодками. 250 гривен. Ардизия несъедобное растение. И есть с белыми ягодками. С белыми почему-то всегда идет дешевле. С белыми 200, а с красными 250. И где-то видела цветочек. Да, вот есть цветочек. Еще даже и цветет. Мультифлорка 150 гривен. Алоказия. Алоказия 150. Страманта 200. Азалии тоже не дожили в магазине. Разъехались по домам до снятия видео. Вот есть одна розовенькая 200 гривен. Это на штамбе. И вот такой кустик небольшой. Белая махровая 50 гривен. В прошлых видео я вам показывала антуриумы. Оранжевые, красные, бордовые, сиреневые. Еще есть фламинго. Они от 200 до 250 гривен. Шерцера есть с прошлого завода, несколько штучек по 150. Ну, хочу вам вот эту красоту показать. Это черный антуриум. Куст очень большой. Стоимость 350 гривен. Забываю вам снять тиланцию атмосферную. Вот такие вот есть по 120 гривен. Не забудь подписаться на сундучок. Это растение, которому не нужно ни горшочек, ни кора, ни земля. Кому интересно, посмотрите в интернете, как их выращивают, как за ними ухаживают. Это еще, помимо всего, и цветущее растение. И есть вот такие. Вот такие вот по 75. Их ставят во флорариумы, бокальчики, стаканчики, коряшки всякие. Ну, у кого насколько фантазии хватит. Еще раз скажу, что растения цветущие. По поводу ценок по 95, девочки. Приходят они каждый раз, каждую неделю. Поэтому, кому нужно, пишем в личку, звоним, вайбер, ватсап, кому как удобно. Эти все уже, которые поедут по домам. Но они есть каждую неделю. Еще хочу вам показать немантус. Очень интересное растение. Абсолютно простое в уходе. Еще бутончики у него не раскрылись. Посмотрите вот по интернету, как красиво цветет. Кожистые блестящие листики станут украшением вашего подоконника в холодное время. Стоимость 150 гривен. Ну вот у меня в магазине вот так вот тиланции находятся. Просто их опрыскивал, весь полив. Есть хоя кэри. Ну, для меня это немножко странная цена 100 гривен. Может быть, я не настолько специалист по хоя. Но такие малышки пришли 100 гривен. Наверное, шестой горшочек.